Всем привет! Сегодня у нас день, как вы видите, барахолки. Как говорится, у нас в Англии это карбуты. Люди раскладываются, пакуются. Мы только приехали, но и мы тоже кое-что продаем. Вот наш стол, больше так по-военному. Да, так и есть. Наши ходят. Вот, товарища встретил. Тут он уже закупился. И вот купил себе вот такой вот интересный живелик. Какая-то ручная, скорее всего, что работа. Вообще прикольный. Такой ништяковый. Так, что у нас на данный момент происходит? Ушла, короче, советская кепка. Ушел фотоаппарат. И ушел, короче, один ремень. И то есть, вот. За все мы выручили почти 30 фунтов. Неплохо, неплохо. Продажи идут, мы стоим. Деньги капают по чуть-чуть. Ну и так, в прикол, короче, постоять с людьми, пообщаться. Чем есть какие-то приколы. Порассказывать, посмеяться. Чисто так, налегке, без какого-то напряга. Китаец, короче, подошел, торговался за фотоаппарат. Короче, сторговал 1 фунт ему, и он довольный ушел. Так, ну и базарчик у нас вот такой. Там можно покушать, купить. Вон мой комрад стоит. И, короче, всего чего. О, мамка подошла, что-то интересное купила. Как, мам, покупки есть какие хорошие? Zero. А я уже продал на 30 фунтиков. А я видел, твой дед, твой с кепкой ходил. Да? Вот. Так тут. Так вот, поближе покажу, что мы вообще продаем. Тра-та-та, тра-та-та, подходи, покупай. Опа, еще и пулик мелкий купил. Сестры. Ну, в общем, вот такие вот приколы продаем. Вот, даже граната есть, короче. Вот такая какая-то ручная, дымовая. Документы разные, грамоты. Короче, всяких интересностей. Народ подтягивается все больше и больше. На сегодня у нас Пасха. У нас сегодня Пасха, так не так и много будет народа сегодня, потому что все, наверное, дома сидят. Но англичане так себе Пасху не отмечают толком. Ой, им лучше походить, что-то поторговать. А мы Пасху будем отмечать после всего мероприятия. Morning. Were you at Dusty Mill once, a few, 2 or 3 years ago? Sorry? Did you go to Dusty Mill a couple of years ago to sell? No, I'm just here, and sometimes in Rushden. Yeah. I bought some bits from... They're 1950s. These all. Yeah, you can see the day there. They're all dated, 1950s. They're probably something. Mine. Yeah. Yeah. Yeah, they are £3 each. £3 each. Yeah. That's fair. That's 16, 15. Yeah. 14. Let's go 14. Yeah. Have you got change for 20? Change for 20? Yeah, should be. Yeah, nice there. Yeah. It's gonna be
Thank you very much. Two. Four. That's great. I said 14, right, didn't you? Yeah. Thank you. Six any. Thank you very much. That's all right. Here we go. That's pretty much. Six. Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Have a good day. You too. Все, короче, смотрят тут на эту большую книжку. Все, короче, кто не подходит, все, короче, сразу подходят вот к этой большой книжке. Но она действительно интересная. Потом я чуть-чуть поближе покажу. Такая здоровая массивная книженция. Это у нас фамильная, короче, Библия. Вот такая, короче. Я удивляюсь, как люди вот писали вот это вот все. Надо было пропечатывать. Не было же компьютеров или что-то типа в этом роде. Это 1800-е года. И, короче, тут страниц, я даже не знаю, 1215 страниц, это еще не конец. Короче, тут где-то, наверное, 2500 страниц, и все надо было пропечатать правильно, главное что. Вот такими маленькими буковками. Вообще жесть, я удивляюсь вот таким книжкам. Ну и вот, есть Шекспир, тоже старая, короче, книжечка. Есть еще какая-то тут, как Библия. Вот, есть потом, короче, книжка вообще забавная. Хобби, о, Books of Hobby, короче, хобби какие раньше. Но это книжка, наверное, 30-х годов. Вот такой фотоаппарат продал. Вот чисто такой. Как открыл, так вот он есть. Фотографирование, короче. Починка машин. Блин, короче, всякие-всякие хобби. Всякие. Вот выращивание. Шитье. Каких-то собак разводить. Танцы. Вот. Короче, там вот это что-то с фотоаппаратами проявлять, наверное, пленку. Вот. Ну, короче, прикольная, забавная книжка. Вот, о чем я говорю, что... Очень Библия людям нравится. 10 pounds. Original Shakespeare. Maybe. Самое настоящее, Шекспир, самый, да? Настоящий, конечно, вот написано же, Шекспир. О, говорю, всем интересно. О, мы уже видел только что твоего, сыну дал копейку на удачу. Добрый, здрасте, сегодня пасхальные скидки, если что. Вот кепка, вот как раз и надо. Все нормально, да, со значком. Здесь холодно, там теплее. Где? Дома. Сколько воздуха, но? 6-го встретимся. Ну и мы тоже сейчас пойдем погуляем, посмотрим, может, что-нибудь не найдем для себя. Так, вообще, шмотки в основном, ничего такого. Всякие-всякие всячины. Ну, конечно же, кто тут ищет, тот находит. Вот какая-то плакетка. 51-52 год. Какой-то спорт. Что-то со спортом связано. Турецкое что-то. Пойдем, пацаны говорили, что там есть что-то. Какие-то монетки кто-то продает, но именно этого деда знает, кто их продает. У него там такие цены запрещенные, блин, что офигеть можно.
Купил жмень пуговиц вот таких Первой мировой войны за 4 фунта. Сейчас вы знаете, да, кто копает, по-любому накопал такие вот пуговички. Но не в таком, конечно же, хорошем сохране, как вот эти. Пойдут. Нормально, 4 фунта вообще неплохо. А тут что-то есть у нас такое коллекционное, какие-то подписанные эти перчатки. А, ну тут все по-спортивному такому, о, подписанные. О, бутылки пустые, приемка. О, сюда идем, 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 сюда идем. Всяких интересностей. Есть что военное? Вот какой есть компас. Саундбокс. Не знаю даже, что это компас или что-то другое. Военные. Да, военные. Но убитые. Старый альбом чей-то. Бристол. Часы. Ова. Да, интересно. Ну, патефон старый. Всяких интересностей. О, можно всякий кустик купить. Покушать можно купить. Чего тут только не можно купить? Всего чего? О, башмаки. Можно, короче, так тут за копейки закупиться, допустим, если ну куда-то так переезжаешь, ничего нет, вот на таких вот распродажах очень можно чисто так на первое время себе всего чего покупать. Вот, это все есть. Для дома, одежды, ты сам едете. О, инструмент. В общем. Но мы ищем исключительно военные вещи. Вот оно. Вот они, военные всякие вещи. Solid silver. Yeah. This is First World War, any sweet badge? Rifle ankle, yeah. Yeah. It's rifle ankle as well. Yeah. And I've got a flask. Yeah. All right. All First World War, any? Yeah, First World War. Yeah. This is First World War, the badges. Yeah. Badge. It's tank one. Tank one, yeah. Quite rare. I know. Canadian one. Yeah, well, nothing but
I know that they was made lots of like reproduction ones. Restrikes. Yeah, yeah. You can tell by the back that's not right. Whatever this is. These aren't right on the book. Yeah. I'm not expert in them, but I'm in the Facebook in one group where is the British Cup badges, you know, and that's on the First World War ones, you get these sort of logs and sometimes square. Yeah, yeah. Was the Canadian one? Canadian, yeah. And British, you get those. Yeah. This is massive lighter. Yeah, German. Well, it's actually a French lighter. All right. And what happened after they occupied and you got the Vichy France? Someone took it and just put it. No, they actually produced them for the Germans. All right. And you can tell them because they had a export mark on there. Okay. A silver mark in there. They stopped using those. So you know it's one issue by the French for the Germans. Yeah. As opposed to he's nicked it. All right. Oh, this is nice Ash-tree. Yeah, he's got all his 15 cal, isn't he? He's got all engraved there with the Union flag and his name. Yeah. And so when he's leaving the regiment, 1945. Somewhere in Holland, I can't read it. Benin in Holland. He's got his name on there. Yeah. Leicester Yeomanry. Yeah. Very nice. Very nice. Artillery. Yeah. So needs to bring the letters out. Yeah. Black on it. Just 35. 35. Yeah. Does this one? That one's nickel silver. Yeah. Well, this is the first class, isn't it? Yeah, it goes on the uniform as opposed to rounding out. I know. I'm a collector. Oh, right. You know. Yeah. I know a bit about the stuff, but I'm collecting the headgears. You know, helmets, hats, collecting them. Nice, it's actually Bulgarian, but it's made in the German pattern. Mm. Look, it's a mace going. Yeah. But it's the First World War pattern. They use them in World War II as well. Yeah. And they're really good for reenacting because they look the right age rather than like 100 years old and they look all rubbish. And like a book. It's got a couple of repairs inside it as well, so at some point, because that's a repair. Alright. Yeah. That's very cool. You find like. These are Second World War grenade pouches. Yeah. They're proper ones. Soviet as well? Yeah, they are Soviet. 43 grenades. What is that like? Tenner. Can I round it up to 20? 13 and 7. 13. 21. Good business, man. They are photos. Yeah, they are between 10 and 15 each. Thank you very much. Thank you. But they are really nice. If you want, you go through. Yeah, I'll have a look. Yeah. Нормально денежки идут. Как-то так. Так, ребята, вещей все меньше и меньше становится, и мы плюсуем плюс 31 фунт к тем 30, что уже заработано. Ну, то есть уже в районе 60 фунтов заработал. Очень неплохо. Вот, тем более эти вещи, они, ну как, чисто все для продажи были куплены. Вот, что-то, кстати, что-то было продано, что я купил намного дешевле и продал в половину дороже. Так что неплохо. Вещи потихоньку уходят, карман набивается, кошелек становится толще. Все отлично. Thank you. They are good for camping. You can use them on the camping as well. Are
usually when I was in the army. Well, yeah. Bring you back memories. Yeah, they do, yeah. Bad memories. Yeah. You have a good day. Thank you. Yeah. Вот, за 3 фунта, короче, продал, я их покупал, короче, одну вот эту банку за 50 копеек. Вот так. О, такая искушать может. Да, о, опять к этой книжке все лезут. Интересные книжечки у нас. Короче, за то, что вы трогаете, 50 копеек. Ты мне скажи вот это, что он, что-то знакомое. Это знаешь, что это, короче, от средневекового котелка нога? Котелка? Да. Ну, типа, от какой-то кастрюли или от, ну, какой-то миски большой. А это тоже, типа, от них? Да, да. От миски? Ну, от какого-то чана. Хорошо. Что еще хочешь знать? Покупаем, продаем. Грамота, о, может, тебе грамоту купить? Купи, конечно. Another 5 pounds coming. Yeah. Так. One change here. Here you go. Yeah. Choose which one you want. Hey, what is this one for? This is 50. This is 50 anniversary of Soviet army. Of Soviet army. Yeah. Choose any. Okay, I'll take this one. Yeah. Okay. All right. Good. Yeah. Thank you. Yeah. You have a good day. Купил такую шотландскую беретку. Вот такая вот с бомбончиком таким, есть у меня пилоточка ихняя. И вот сейчас будет вот такой вот берется красивый, с такой вот хорошей кокардой. Но подозреваю, что кокарда будет новодел. Вот. А так как бы да, сама пилотка офигенная, берет точнее. Ну все, сейчас будем закругляться, подсчитывать, что купили, что продали. И на этом видео будем заканчивать. Подводим, короче, итоги, что купили, что продали, сколько заработали, сколько потратили. 20, 40, 50, 65, 67, 68, 60, короче, 9 фунтов мы заработали, 9 потратили. Это у нас 4 было вот на такие пуговицы Первой мировой войны. И пятерка, короче, вот за такую хорошую беретку с шикарной, короче, кокардой. Вот такой сегодня у нас денек шикарный. Всем пока!